Перед просмотром данного видеоролика советую подписаться на группу ВКонтакте. Она только начала развиваться, поэтому ее развитию вы можете помочь тем самым подписаться на эту группу. Здесь очень много разных постов про разные игры, в том числе и есть посты любителям Майнкрафта и Майнкрафта Pocket Edition. Поэтому с этой группы вы не сможете соскучиться. Да, очень много разных постов, которые выходят довольно часто. Здесь также есть собственный пиар. И он довольно недорогой, и вы можете сказать его в администрации этой группы. Но ссылка на группу будет в описании. Хаюшки, друзья, с вами СТВПРО, и сегодня я покажу вам шейдеры, которые вы у меня довольно очень-очень давно просили. Ну что же изменяют эти шейдеры, спросите вы, они изменяют нам целиком всю графику, в том числе оптимизируют Майнкрафт. Но это маленько расскажу позже, так, у меня маленько багает водичка, но ничего страшного. И вдалеке вы можете уже, можно сказать, вблизи, видеть такую деревню. Да, это сделано не специально, честно вам говорю, что деревня запомнилась довольно рандомно. Так, ну что ж, во-первых, когда мы приземляемся в нашем мире, мы можем увидеть, что у нас изменилась водичка. То есть она теперь просто-напросто очень сильно двигается. У нее появились такие волны, динамические волны. Нам также добавили тени, которые тоже очень круто выглядят. Но, к сожалению, они двигаться не будут, да, и перемещаться будут довольно трудно. То есть они даже не будут перемещаться, просто-напросто, когда будет солнце уходить, будет темно, тени будут пропадать. Ну, здесь сочетание воды и тени. Тень, ну, тени тоже довольно прикольные все равно. Но, к сожалению, в этом... можно сказать, в моде или в этих шейдерах нам, к сожалению, не изменили свет от всяких источников там света, но это довольно, может быть, с другой стороны, хорошо, а с другой стороны, это плохо. Ну, к сожалению, пшеница и трава высокого в нашей улице не будет, вот, ну, тени мы можем заметить, все же опять тень довольно прикольная, в том числе и водичка, ну, просто-напросто о этих вещах сказать нечего, ну, наша графика становится довольно яркой, вот. Ну вот, и минус шейдера то, что все становится очень ярким, да. Наверное, это всех очень огорчает. Ну, нам также заменили солнце, как видите, оно стало такое маленькое, яркое. Ну, мы давайте включим причудливую графику и посмотрим, как у нас теперь шевелятся деревья, да. Так, подождем. Так, обновление мира. И, как видите, наши деревья просто стали очень красивыми. И они начали шевелиться. Это довольно забавно. И, опять же, давайте теперь вернемся к оптимизации. Если у вас до этого лагал Майнкрафт, то вы скачиваете эти шейдеры, и ваш Майнкрафт лагать не будет. Да, не знаю, как они смогли сунуть оптимизацию шейдеров, но все же это случилось. Как видите, вода стала просто-напросто прозрачной. То есть вы в ней можете видеть всех, даже в том числе спрутов, которые обитают в этой воде. Ну, в скором времени, надеюсь, добавить страж, который вы сможете смотреть под водой. Ну что ж, надеюсь, этот выпуск заслуживает 30 лайков. Давайте наберем 30 лайков. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.